Забота о здоровье без отрыва от производства. Скрининг-диагностику проходят сотрудники Щелковского водоканала. В связи с плотным графиком не у каждого есть время посетить поликлинику для полной диспансеризации. Теперь, если вы не идете к врачу, врач идет к вам. Мобильная бригада для диспансеризации появилась в Щелковском районе в рамках совместного проекта районной больницы номер 1 и городской стоматологической поликлиники под эгидой программы партии «Единая Россия. Здоровье». При помощи экспресс-лаборатории мобильная бригада получает все необходимые анализы. В скрининговую программу входит измерение артериального давления, измерение холестерина крови, измерение глюкозы крови. Также каждый желающий мог получить кардиограмму и пройти скрининговое обследование полости рта на выявление онкологических заболеваний. Словом, сделать все, чтобы выявить и предотвратить угрозу для своего здоровья на самой ранней стадии. Я считаю, это очень удобно и очень выгодно для предприятия, для работников, которые не затрачивают свое свободное время, а во время работы проходят медицинское обследование. В мобильную бригаду вошли сотрудники поликлиники, первой районной больницы и Щелковской стоматологии. Они подчеркивают, что такая своевременная диспансеризация действительно должна помочь предотвратить рост числа заболеваний среди молодежи и населения среднего возраста, людей, которым сложно найти время для посещения поликлиники. Сейчас эту проблему стараются решить и на региональном уровне. Мособлдума внесла инициативу по обязательному выделению работодателями одного выходного дня под диспансеризацию. Совместно с такой мерой проект «Скрининг диагностики» должен обеспечить жителям все возможности для сохранения своего здоровья. Сейчас есть такая инициатива в Государственной Думе. Мы добавляем этим проектам еще одну форму. Это так называемый скрининг, то есть выезд бригады медицинской для прохождения диспансеризации на производство. То есть без отрыва от производства люди могут пройти диспансеризацию. Такие выезды на предприятия сформированная мобильная бригада может проводить хоть каждый день. Следующими скрининг-диагностику планируют пройти трудовые коллективы автоколонны номер 1785, мебельной фабрики «Стильные кухни» и ЗАО «Лидер». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».